Ребята, с вами Слава, и вы на канале Тики-Таки Кук. И мы сегодня будем с Машей делать пингвинов. Вот для этого у нас есть зубочистки, маслины, маслины, плавленый сыр, и у нас морковка. И морковь у нас есть. Нам нужно морковь нарезать колечками. Вот такие колечки, чтобы у нас получились. Ты давай на своей сторонке там делай. Я здесь буду. Вот. Вырезаем лапки нашим пингвинчикам. Вот такие должны получаться. У тебя получается, Ярослава, там все. Давай с твоей морковью сделаем, давай. Вот. А я маленькую морковку сделаю. Да. Маленькая. Ты теперь доставай зубочистку. Ну такая. Доставай. Зубочистку? Да. Опа. Еще доставай, не одну. Доставай побольше. У нас же будет не один пингвинчик. Оп, у меня два. Два. Все, лапки готовы. Теперь берем наши маслины. Разрезаем. И заполняем ее плавленым сыром. Можно творогом. Это будет такой животик. Хопа! Бери теперь маслинку и разрезай ее, чтобы сделать животик пингвинчику. Вот так? Только не полностью, а немножечко. Вот сейчас посмотришь, как я буду делать. Здорово. Помочь тебе? Давай, заполняй его сыром. Да. Вовнутрь, да. Сделаем животики и приступим к голове. А что наша Маша скучает? Не знаю. Мне, наверное, хочется попить. Попить ей хочется? Ну так пусть нам поют. И нам веселее будет. Теперь будем делать голову. Мы берем маслину. Ой. И вырезаем в ней дырочку такую. Треугольничек. Место для носика. Вот одна. Вот у меня сколько? Один. Два. Три, четыре, пять. Это столько нужно нам пингвинов сделать, да? Да. И шесть. Еще. Вот. А теперь давай ты будешь делать пингвина. Смотри. Здравствуйте. Сейчас ты будешь кушать. Эй, кашу, кашу, кашу. Сейчас она будет кушать. Сейчас мы ее покормим. Кашу. Так, Ярослава, давай делать пингвинов. У нас уже почти все готово. Бери лапки. Накалывай Куда? Накалывай сюда зубочистку.
и хочет сидеть, хочет веселиться. Да. Куда накалывать? Вот, смотри, лапки. Смотри, как мы делаем. Делаем вот так. Накалываем зубочистку. И мы еще накалываем зубочистку. Вот так. Вот так. Да. И вот соединенные да. ножки. Теперь, смотри, бери животик. Да, и накалывай его. Это у нас будет животик пингвинчика. Потом идет голова. Вот, получилось. Смотри. У него два ноги. Пам-пам-пам. Давай голову. Где моя голова? Вот твоя голова. Вот твоя голова. Накалываем голову и делаем сверху такой гребешочек. Привет. Шапочку. А где мой гребешочек? Где мой? Вот он. Вот он твой гребешочек. Где мой гребешочек? Опа. Покажи ребятам, что у тебя получилось. Вот такие пингвинчики у нас получаются. И у Ярославы такой. Давай зубочистки. Соберем остальных. И я. Вот такие у нас вкусные, красивые пингвины получились. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставим лайки.